Здравствуйте, в этом доме живет 7-летний мальчик Влад. И сейчас он находится в квартире один. Мы решили провести социальный эксперимент и выяснить, откроет ли он дверь подъезда незнакомому человеку. Кто? А здравствуй, мальчик, открой дверь, пожалуйста, почтальон, я ключи забыла. Ну, по-моему, дети его возраста очень наивны и не верят в плохое. Поэтому я думаю, что Владик просто хотел помочь. Тем более позвонил почтальон, и он думал, что не зайдет к нему в квартиру, а будет работать в подъезде. Алло. Это соседи, откройте, пожалуйста, дверь. А вы рассказали своему ребенку о правилах безопасности?